нет настроения. Я вижу, что у тебя нет настроения. Говорит, что Катя ему испортила настроение. Кто видел такой дом? Есть еще треугольный. Тоже зайдем посмотрим. Вот такой домик понравился Андрею. Надо будет зайти на сайт посмотреть. Довольно необычно было. Дом оказался замкнут. Внутрь мы сейчас не попадем. Но зато походим, поснимаем, что еще есть. Это выставка домов возле метро Домодедово. Мы, в принципе, здесь были в прошлом году. Не скажу, что сильно что-то поменялось, но появились новые дома. Сейчас зайдем в треугольный. Посмотрим, что там. Здравствуйте. Только ставить публикацию на сайте можно ознакомиться. База начинается от 1 550 000, в том виде, как он есть. 1 900 000, скиф-файл, он взялся по краске, симуляция бруса внутри, семинатор на полах. Вот, если мы рассматриваем публикацию по принципу просто расставить мили, играющий холодной водой, септиком с разводкой снабжения, с инсульта забивать в то время. Именно вы имеете в виду оседаете? А, нет, не помните, какие параллельные. Вот, и, соответственно, он в распорт. У нас шаг между стропилами 575. Сам утеплитель компенсирует доступность сваренных того фундамента, его железобетонного фундамента. Вот. Далее идет фанера 21 мм в качестве основного покрытия, это именно 33 класс. То есть получается жесткий монолитный плавник. Что касаемо нашей компании, здесь представлен наш сайт, на котором представлен наш сайт. Погнали дальше. Про россиян доведу до белого колена, был в таких вот домах. Шалаша. Что есть, то есть. Ну вот поставили мебель, здесь обеденный стул, и как-то уже как будто тесновато. Стол при этом поставили маленький. Как минимум. Здесь вот этот аппендикс бы, если убрать, вот эту вот фигню, и сделать шире саму комнату. Шторы, конечно, здесь трешак. Да, штора трешак, согласна. В прошлом году, в принципе, снимали этот дом. Он стоил 3, теперь стоит 6. Нет, 4 тогда стоил с коммуникациями, со всеми делами. Прихожая. Бойлерная комната. Вот все равно, когда вы только построили, мы сюда пришли, он был белый такой, светлый. А сейчас уже пожелтело весь. 12,2. В принципе, для комнаты 12 квадратов, ну так, более или менее норм. Это, по-моему, санузел второго этажа. И комната 23 квадрата. Здесь бы тоже этот аппендикс снять и сделать больше размером комнату. Мне нравится. Нравится? Ну, вот, ты... скажи, мебель поставили, ощущение, что он какой-то теперь маленький. Маленький, да. Ну и здесь тоже типа гардеробная, закуточек 3 квадрата. Не знаю, оно было как-то посветлее, сейчас оно пожелтело, какая-то хрень стала. Ну, как минимум, все равно же мы его красить будем. Вагонка, она дешевая. Погнали дальше. Можно вот взять? Ну, давай возьмем, посмотрим.
что у них на сайте будет написано. Немножко хотели тогда мы поменять фасад, убрать вот этот балкончик второго этажа, чтобы расширить помещение, что они абсолютно бесполезные. Погнали дальше. На худой тосяк вот такой, еще одноэтажный. Но у него квадратура всего лишь 110 квадратов. Ну, это самый худой тосячок. Ну, короче, сейчас тоже посмотрим. Помнится, мне сюда мы тоже заходили. Если что, это получается образец сауны. И это как бы выход должен быть, по идее, на террасу. Сразу гостиная зона. Здесь, я так понимаю, должна, по идее, как бы быть стена. Кухня-столовая. Здесь, наверное, какой-нибудь туалет технический, не знаю. Техническое помещение, комната, 10,3 квадратных метра. Спасибо нашей работе, именно специфике работы нашей профессии, что мы знаем, с чем можно столкнуться с таким домом. Это пыль на каждой деревяшке будет собираться, вот здесь отлично видно. Это каждое бревно потом протирать. Лестница на второй этаж. Это вот такая вот будет установка розеток. Это черт еще вообще. Комната санузел небольшая. Здесь тоже небольшая комната. Какие-то они все маленькие, прям вообще капец. А ты видишь, сколько пыли вообще на каждом бревне? Видишь, сколько пыли на каждом бревне? Да пыль-то не особо много, просто. Ее же можно потом это закрыть гипсокартоном. Если тебе надоест, это все. Закрыла гипсокартоном и все. Здесь, конечно, пылище будет вообще пипец. Я ей говорю, на каждом бревне просто вообще пыли. А учитывая, если у меня аллергия на пыль, то это, конечно, трындец. Пошли на второй этаж, поднимемся, посмотрим. Ну, по цене и такие дома самые дешевые. Какие, из круглого бруса? Шпок хрустит. Тоже сейчас низкое, мы будем на башку давить. Да, это точно. Вот этот, когда нижний угол, самая низкая точка. Даже я со своим ростом здесь, ну как бы вот, даже не вот здесь, вот. С моим ростом, а Андрей только где-то вот здесь, наверное. И когда будешь лежать, получается, на кровати, вот этот потолок будет морально давить. Самый большой геморрой, закрашивать вот эти трещины. Вот это просто, блядь, чокнешься. Все в трещинах. Это, блядь, может, чтобы закрашивать, надо целыми днями ходить. По краю с этой затиркой. Захерачивать здесь. Принцип тот же самый.
Очень низкая точка вот эта. Пипец. Санузел. Спальная зона. И да, это вот такие вот щели вдоль потолочного плинтуса. Нет, может быть, конечно, кому-то такие дома нравятся. Вроде бы он и прикольный, но минусов здесь достаточно много. И окна второго света. Один из геморроев, который обычно у каждого человека в таком доме встает. Дом для российской семьи. Через 5 лет, когда цены вообще взвинтят, еще больше. А можно тебя попросить рядышком встать? Ну, чтобы да. Были пропорции дома, ну, как бы, видны просто. Как бы, да, ну, чтобы вы понимали. Нет, покажи дом маленький. Та же самая картина. Ну, это пипец, если честно. Доллар подскочит за 150. Все таких домиков уже. Залетная комната, кухня-гостиная и также топочная. А подскажите, пожалуйста, а если мы не хотим второй этаж, можно же дополнительно комнату сделать? А второй свет, если не хотите. Ну, да, да, да. Да, а насколько это удорожание просто будет? Перепланировка бесплатная. Ну, там, в любом случае, на материал там какие-то расходы же будут, у эти нет? У нас перепланировка бесплатная. А, все, поняла. То есть мы за основу берем именно архитектурное решение, как стиль барнхаус и его размеры, а планировку можем реализовать любую. Будь то огромный второй свет, либо наоборот зашито. Если сделать без второго света, тем самым у нас получится в проекте 5 изолированных комнат. 4 на втором этаже и 1 на первом. Так, это у нас вот такие конвекторы, обогреватели сейчас узкие. Вот самая низкая точка. По моему росту здесь Андрей даже в угол сюда не зайдет с его ростом. Я бы объединила и вообще одну большую сделала бы комнату. И еще одна комната. Да, конечно, мы также работаем с индивидуальным проектом. Я с ним понастроил, мы все скинемся габариты, которые у вас здесь сделаем. Подготовим для вас коммерческое предложение на основе вашего. А стоимость. Собственно, вот он дом, который мы только что снимали. Ну, такое двоякое впечатление. Ну, в принципе, для современного дома довольно-таки. В общем, дома, которые сейчас посмотрели, поснимали. В прошлом году, понятное дело, стоили дешевле. Ну, в общем, нужно смотреть. Все равно по квадратуре нас пока не совсем устраивает. Мы сейчас ездим на пару выставок. На других в Москве посмотрим. Ну, также поснимаем обзорчик.